Всем привет, друзья, подписчики, гости канала. В общем, у нас сегодня большая рыбалка. Рыбалка большая, продолжительная. Приехали мы на Дон с ночевкой. С нами сегодня Андрей. Поздоровайся. Всем привет. Привет. В общем, разложились мы, ребят, здесь на берегу Дона. Поставили по фидеру, по две. У меня, у Андрюхи, там батя сидит еще. Вон он припрятался. Привет, привет. Вот, у него сегодня один фидер, одна удочка. В общем, вкратце расскажу. Прибыли мы где-то, наверное, сейчас вот так камеру поставлю, чтобы на солнце. Часа два, наверное, назад. Пока разложились, пока все переносили. В общем, успели даже немножко поймать. В общем, поймали мы двух речных карасей, друзья. Сейчас я вам покажу. Вот, карасики небольшие, конечно, пока, но еще не вечер, как говорится. Вот они в садке. Вот, широкие тарелки. Может быть, получится, если еще подловим, вечером хищник начнет играть. Попробуем взять. Если возьмем, наварим ухи, друзья, будет у нас материал сегодня продолжительный. Постараемся отснять, ну, все самое такое, все сказочное, медовое. Андрюха здесь пару густерок поймал. Ну-ка, мы сейчас тоже надо показать. Был сход хорошего карася. Вот, ну пока как бы размерами рыбка не балует. Ну, все-таки с обеда у нас вот один карась, две густерки, ну и там какая-то типа верхоплавки. Поклевки такие вялые, ну ждем вечера, сейчас ветер стихнет, будет поинтересней. Местечко здесь к нам еще один товарищ подъедет сегодня, Серега. Ему тут тоже расчищаем, так потихонечку работаем лопаткой. Там на выползка стоит на головля у нас еще один фидер. В общем, пока так. Вот такие вот берега. Деревня на той стороне. Вот так вот, такая красота. В общем, давненько с ночевкой не удавалось выехать. Ну, созвали друзья. Сом Елец, привет. В общем, мы решили. Так что посмотрим. Попробуем поставить на сомика сегодня, на пучок червей. Ну и если будет брать карась, потому как вроде карась такой речной довольно неплохой. У Андрюхи сошел один, конечно, жалко. Но если попадется, мы еще отснимем, друзья, покажем. Посмотрим, насколько получится материал. Попробуем поснимать сегодня весь отдых. У нас не будет только циклично, как на копе монет. Только монеты мы ищем или только рыбу ловим. На количество, то есть на качество. Просто такой будет отдых душевный. Ну и что из этого получится, посмотрим, друзья, смонтируем. Вон церковь на том берегу, друзья, видите, какая красивая стоит. Но это новодел, построили недавно. В общем, такие вот красоты. Дон вообще радует своей красотой. Ладно, ребят, выключаемся пока. Что-нибудь будет интересное, обязательно включимся. Ну что, друзья, за последние полтора часа обстановка особо не изменилась. Поймали мы одну чехонь. И еще я карася поймал. Вот, отец там чуть-чуть подальше отошел. Там вот сидит за этими кустиками. Ну, вот сейчас у нас волна потихонечку успокаивается. Вот, ждем вечерней зорьки, что получится. Андрюха там готовит местечко для нашего четвертого товарища, который подъедет скоро. Ну, в общем, пока так. Пока особо без трофеев. Но надежду мы не теряем. Главное, что получается хорошо отдохнуть. Воздух свежий, природа, хвойный лес на том берегу. Запах, ребят, вы бы знали. Благодать. Ну и вот эта спокойная гладь воды, реки Дон. Что еще можно? Всем бы такого отдыха, друзья. Вот он уж, ребята, плывет, маленький. Скрывается. У нас пока тишина. Солнце уже зашло. Андрюха тут поставил на пучок червей, на головля, на сама, там что плюнет один, и вон там в кустах второй стоит. Будем пробовать сейчас по щуке ударять. Если будет она, а выход щуки увидим, то попробуем что-нибудь сделать. Спиннинг есть, блесна есть, еще пока ничего не расчехляли. Пока у нас фидеры, пока у нас карась в приоритете. Ну, что-то пока карась брать не хочет. Но в любом случае уже речка практически вся утихла. Солнце у нас вон скоро сядет. Сколько сейчас, Андрюх, времени?
часов 7, около 7 вечера. Вот, пора бы уже, пора начинать. Ну что, ребят, солнце у нас уже заходит за горизонт. Вот такая у нас обстановка на реке. Решили костер развести. Сейчас Андрюха тут горелкой подпалит. Сейчас пыхнут. Вот такая красота. На Дону уже тишина, ветра нет. Сейчас попробуем. Че, пошли? Схватились. Сейчас, они сухие. Дровишек привезли с собой на рожишку. Остальное подрубим. Сейчас что-нибудь поджарим. А что-то хищник не играет, да, Андрюх? Пока тихо. Тишина какая-то. Подозрительная тишина. Ну, я тебе говорю, вот сейчас по тем неделям, часам к 6-7 начнем подыгрывать уже. Посмотрим. Ну хотя что на пик деле равняться, когда он и карась в это время брался, а сегодня ни хрена. Ничего. Бля, Серега бутыль привез. Да ты воды. Вода приехала. Тут литров 10, наверное, да? Так и 19. Но я ее помню, не стал наливать. Ладно, не переключаемся. Серега пошел с Настей собирать. Сейчас у нас начнется ночная рыбалка, ребят. У костра. И такой костерок у нас зарождается. Посидим, друзья, еще вечерком на костерке. Блин, хорошая горелка у тебя. Да. Ладно, выключимся пока. Ну что, пока у нас Андрюха занимается костром, проведу я вас, ребят, к водоему. Там уже съемка у нас начиналась. Сейчас посмотрим. Сейчас часов 8, наверное, вечера. Всем привет. Отдыхаем. Сегодня суббота у нас. И вот такие вот у нас удочки стоят. 4 фидера, 2 моих, 2 Андрюхиных. Поставили на выползков, на головля. Но пока он еще себя не проявил. Ну а здесь эти поклевывают, эти тоже поклевывают. Но очень редко. Не знаю, прекрасная погода. Градусов, наверное, 20 тепла. Сейчас вечером будет немножко похолоднее. Вот, вот такие вот у нас, скажем так, такое место дислокации. Отец там сидит под кустиками тихонечко. Давайте к нему подойдем. О, карась пытается вырваться. Вот это, наверное, последний, которого я поймал. Мелкий карасик. У Андрюхи, конечно, сошел покрупнее. Вот, но у него там две густерки еще. Что здесь, на этом, на правом берегу, на правом фланге? Ну что у тебя, па, здесь? Тишина? Ну а на что стоят? Да, парыш. Хищник не гоняет? Нет. Тишина какая-то подозрительная. Обычно должно в это время бить. Мы там костер разводим. А удочка? И удочка. Ну-ка, сейчас к удочке подойдем, посмотрим. Ну, хорошо ты ее. А глубина нормальная здесь, нет? С полметра. На червя поставил? Вон у нас, ребят, удочка, поплавочек стоит, вон. Вот, прекрасно, хорошо. Вот такой у нас Дон. Солнце уже село за горизонт. Туда, за монастырем уже. Вот такие пироги. Ребят, вот такие заросли у нас. Иду по тропе. Хочу спинных покидать. Попробовать хищника взять. Здесь Андрюха поставил фидер на сама. Тоже на выплоск. Сейчас попробуем. Где-то вон там ударчик был. Сейчас доберемся, посмотрим.
Так, обсиженное тут место или нет? Так, ну в принципе вот здесь можно побросать, спуститься и попробовать. Мало ли, на уху мы пока не поймали, но хотелось бы. Я с собой взял набор блесен, ну и вот на 21 граммовый кастмастер. Сейчас попробую вдоль кустиков покидать, может щучка возьмет. Если щучка возьмет, ребята, будет у нас уха. Если не возьмет, то будем сосиски жарить. Вот так вот. Ладно, смотрим. В общем, полчасика ребят покидал, ни одной потычки. Решил вернуться к костру. У ребят там горит, полыхает, вон наверху. Не знаю, что-то рыба капризничает сегодня. Отказывается брать и хищник. Сейчас, может быть, ночная рыбалка у нас получится. Поставим на головля, на крупного, на сама. Может быть, повезет. Сейчас у костра включимся. Если что, ребята наши поймали, тоже покажу. Не хочет капризничать рыбка. Зато какая красота, ребята, а? Вон Андрюха там. Ну что, ребят, пока у нас вечереет, решил я снова включиться, пообщаться, поболтать. Рыбаки наши там закидывают на пучок червей, на лягушку. Попробуют, может быть, сама поймать. Я тоже поставил два фидера. А так, у костра, думаю, посижу, поболтаю. Что-то я соскучился. Рыба у нас ловится с переменным успехом. Хотели наварить ухи, не получилось хищника поймать. Вот, сейчас будем жарить сосиски, купаты там, что-то там ребят привезли. У нас вон машин понаехало, приехали к нам гости. Вот две белых машины. Вот, созвонились там с Андрюхой, говорят, мы к вам подъедем. Серега приехал, ну и еще там муж с женой. Пока они внизу закидывают удочки, а я тут за кострового. Что вам рассказать-то? Расскажу я вам, ребят, про коп. Есть такая байка интересная про коп. Может быть, кто-то, наверное, обратит на это внимание. Я обратил. Рассказали мне. Есть там у нас такие басни, небылицы, суеверия, как земляной дедушка. Ну и так далее, и тому подобное. Прикорми земляного дедушка, сахарка ему подсыпь, вот, закопай в землицу. Ну или конфеток, ну или там кто-то 50 грамм плеснет. Честно говоря, ребят, я тоже раньше как-то в это верил.
Бывало дело, самогоночки-то плеснешь грамм 50. Ну и что из этого получается? Когда дает дед, когда не дает. Пришел я к такому выводу, то, что это просто небылица. И однажды со мной случилась такая замечательная история. Приезжаю я на коп, на Ниве поехал, после деревни Кузнецов. У нас в видео выходило, ребят, кто помнит, может быть, смотрели. Вот, приезжаю. Это у нас кулацкая деревня, деревня Кузнецов. Вот между ними стоял хутор. Хутор стоял не одна дворка, двора три там, наверное, было. Такой хутор крестьянский. Жили крестьяне, ну, с коровами занимались там. В общем, сельское хозяйство было небольшое. Распахивали поля. В общем, приезжаю я туда. Вот, приезжаю. Приезжаю, помню, поутру. Время, наверное, было часов 6. Солнце только-только начало всходить. Думаю, с какой стороны мне начать. Я же не знал на тот момент, большая ли деревня была, или, может быть, маленькая. Это уж потом я узнал, что хутор стоял с трех дворов. Вот, ну, в общем, попадались кирпичи. Вот, хожу, сигналы. Нет сигналов хороших. Попадается какая-то там, ну, кусочки проволоки. Там туда-сюда, всего по чуть-чуть. Монет нету. Думаю, что бы мне делать. А рассказал мне, короче, дед. Говорит, ты, говорит, листья дубовые сорви. И, говорит, брось прямо на землю. Правда, неправда. Думаю, будет ли здесь дуб. В общем, хутор стоял во враге, как раз на пересечении. Видео я не записывал оттуда. Вот. Ну, короче, стоит дуб. Дуб молодой, может, лет 40 ему. Ру я дубовые листья, ну и бросаю на распашку, на поле. Дело было по весне. В общем, хожу. Бах, 46. Заветный сигнал 46. Попадает. Выкапываю. Александр II. Монетка 2 копейки. Ага. Думаю. Там сама взяли. Сама взяли? Да, на кило 300. Да ты что? Да. А ну-ка давай спустимся. А я тут байки рассказываю, Андрюх. На что? На пучок червей? Ну, на выпусков. На выпусков? Давай, давай посмотрим. А кто взял? Серега? Ну, на Сереге. Серег, красавец. Сейчас запечатлим. Матом не ругаться, видеосъемка идет. Вот наши гости. А так хотелось. Скажите привет. Привет. Матом нельзя ругаться. Матом нельзя. Давай посмотрим. Кило 300, да, Андрюх? Да, сейчас зависит. Отлично. А я сижу, короче, там рассказываю. Ну, сейчас посмотрим, что за сомик. Фонарик включи, Серег. О, маленький сомик. Хороший сомик. Давай, сами. Только не успели забросить, прям сразу. Прям взял. Сразу, да, взял? Ну, он сейчас будет. Короче, поставили мы, ребят, наверное, удочек 6-7. Вот там он. Еще... Ага. Красава. Красава. Маленький. Красава. Сомик. Ну что? Зачем приехали? Поздравление, да. Теперь сом елец. Сом елец тащит. Ладно, сейчас пока темно, выключусь, потом включусь заново. Ну что, ребят, сама взяли, вот. Она хоть живая? Живой. Ой, попробуй. Дети, попробуй. 2600 взвесили. Я только что. Ее. Хорош, хорош. Пойдем. Два раза больше. Глазки маленькие, какие-то. Да. Ночная у нас. Всякие. Ночная поклевка была. Да. Время у нас 1:30 ночи. Ага. В общем, прям как-то... сразу после перезаброса. Проверили, перезабросили. Хорош, нельзя. Хорош, хорош, Андрюх. Второй сомик у нас, друзья. Вот он полосатый какой. Песчаный тоже. Пойдем опускаться. Так, ну что, ребят, встречаем утро, точнее встретили уже, не снимали. В общем, удалось подловить нам за утро, за утреннюю зорьку. Сейчас покажу. Вот таких вот карасей. В общем, здесь парочку лежит. В нашем садке. Вот такой вот лапоть на килограмм. Вот, самов видели, показывал. Бирючок, смотрю, лежит.
Чего-то я его даже поймали, когда не видел. Лягушек я покажу. Лягушка на сама. Кидай, Серег. Рыба не активна. Вся рыба трудовая. В общем, 7:30 утра, ребят. Зорьку отсидели. Были и такие ложные, скажем так, ударчики. Побегали. Сейчас я... Па, ты карася сюда положил, да? Ну вот он, значит. Вот так. Андрюха убежал куда-то наверх. Андрюха, что ты тут? Да ни хрена, отдыхаю, любуюсь. Подустал, да? Любуюсь. Ага. Костер потух. Твои стулья все? А? Стулья все твои? Или кто-то у нас забыл? Один наш, один это, ребята вот приезжали, которые. А. Они куда уехали, к себе туда? Диман мне поехал к Вове, к Вове повез жену в церковь. Ясно. Посидеть там со снастями. Взвесили, 4400 у них. Ну, 4400 еще сама поймали. С километр ниже по течению ребята тоже были елецкие. У меня сегодня часов 5 был обрыв поводка хороший. Хороший? Таскал страсть, но поводочек оборвался. Нет. Да? Жалко. Одна поклевка вот ночью. Серьезная и неудачная. Ну ничего, может быть еще стрельнет. Унывать-то мы не будем. Ну, вот такая, друзья, у нас... обстановка. Тихо, хорошо. Утро раннее. Купола блестят. Там вон пристань какую-то построили. Ну вот. На такое количество рыбаков, хоть и рыбка ничего, такая ночью попалась под утро трофейная. Сом ночью взял, двух даже. Но пока не очень результатно. Ожидалось, конечно, большего. Ну, может, карась уже отошел, Андрюх. Были поклевки карася хорошие. Вот, брало дуриком по 25 килограмм тут ловили. Вот мы, в общем-то, и решили подъехать, попробовать карася нащелкать, записать материал. Ну, карась попадается, но очень редко. Вот так, друзья, выключимся пока. Ну что, друзья, дописываем, короче, наше ночное приключение уже через день. Мы вновь находимся на Дону с отцом, только на этот раз вдвоем. Подъехали тоже вечернюю зорьку отсидеть до темноты. На ночь оставаться не будем. Приехали, наверное, минут 20, наверное, назад. Вот, удалось отцу сейчас плотвичку достать. Думаю, камера с собой, надо записать. В общем, плотва небольшая. Вот такая вот плотвичка у нас лежит. Вот, на опарыша с подсадкой. Воздушной кукурузы с запахом чеснока. Вот, у меня фидер стоит на этом самом. Просто на кукурузу, на бандюэль с подсадкой опарика одного, чтоб кончик там крутился, подманивал. В общем, такая обстановка. Время сейчас часов, наверное, 6. Ну, часов до 10, там посидим, как темнеть будет. Так отправимся. Отец насаживает, тут потихонечку вот разбазировались, местечко очистили. Мы не на том месте находимся, где были... с ребятами в прошлый раз. Вот, ну, в общем, что-нибудь дать снимем. Вроде заклевало. Друзья. В общем, отец остался ловить там. Вот, где-то вот здесь вот услышали всплески. Вот в этом заливе. Я решил, короче, взять спиннинг покидать. Может, щучка дурачится здесь. Вот, где-то тут что-то плескалось. И всплески довольно такие прям отчетливые. Сейчас хочу попробовать. Здесь островочек такой интересный. Ну вот, наверное, в этом районе. Место это мне, в принципе, известно.
Вот от острова идет такая каменная гряда. Вот здесь вот песочек. Сейчас где-нибудь вот здесь вот попробую покидать на Кастмастер. Ну, у меня тут целый комплект есть. Вот. Что получится, друзья, пока не знаю. Вот здесь заросшее что-то. А вот такие джунгли непролазные. Впору только траву косить, корове. Ага, вон щучка отошла. Вон ребята. В общем, сейчас попробуем ее взять. Какое-то более подходящее место сейчас найду. Здесь какое-то подобие тропинки осталось. Где-то отсюда кидать вдоль течения. Места, конечно, загляденье, друзья. Разве это не прекрасно? Это ж супер, пацаны, девчонки. Вот тут вот и покидаем. Если что поймаю, покажу вам, ребят, обязательно. Смотрим, отдыхаем вместе с нами. Сделал забросов 100, наверное. Безрезультатно, ребят. Как-то так. Надо нафиг с рыбалкой завязывать, копом начинать заниматься. С копом у меня лучше что-то получается. А здесь вроде стараешься. И толку никакого. Были всплески очевидные. Слышны были очень хорошо. Пришел, перепробовал все. Начал с Кастмастера, закончил вон вертушкой. Также и джиги. Джиг головки покидал. Блес на колебалочке. Ни хрена ни одной потычки. Будто рыба специально издевается. Ну ничего. Не повезло сегодня, повезет в другой раз. Пойду посмотрю, что на фидер у отца. Ну что, ребята, хотят у отца плотвичка еще одна. А вот чуть побольше, чем прошлое. Вот сейчас посмотрю свой фидер. Покидаю еще. Вот. На подсадку, да, па? Ну да, подсадка. Опарыш с подсадкой вот этой, да, воздушной. А что, как-то... Так, ладно, что, будем ловить. Нечего рассусоливаться. Подуст. Вот подустик порадовал небольшой. Жерех мы бы отпустили подрастать. А это возьмем. Так, ну еще одна поклевка, еще что-то мы ведем. Ух ты, щука, ты видал? Натворила щука. Пусто. Ну ничего. Зато щуку запечатлил. Щука гоняет, а брать не берет, зараза. Сейчас свой посмотрю. Мой что-то затих. Был удар хороший, но единичный такой, одиночный. Вон, опять она. Мелкий щупачок гоняет. Сейчас, может быть, еще чуть попозже. Солнце уже окончательно сядет, может быть, покрупнее начнет. Там потом у берегу бьет конкретно, то там вон мужик стоит тоже, на спинах блеснит. Да, это хорошо. Ох, по леске идет. На мой перехлестнул, да? Вот сюда переходи через мой. Зачем? Ну ты сейчас, ты не увидишь, смотри. А, ага. Есть, да? О, вот это получше. Вот это получше. Это голавлик хороший. Видишь, как он долбит? Заглотил, да? Конечно. Поддуст у нас, короче, ребят, ему была дарована свобода. Решили мы его отпустить. Так что пожалели мы. Пожалели. И поэтому у нас рыбный дед Нептун нам дал голавлика побольше. Сейчас сидели, он плескался там, говорит, давай его, отец, отпустим. Жалко. Ну вот тебе, пожалуйста, 5 минут и голавлик покрупней. Так что, друзья, подписчики, гости канала, дела вроде налаживаются, да? Сейчас надо голавля отпустить, может, кого-нибудь еще влупим побольше. Сама, да? Вот такой, ребят, у нас тоже подустик. Я поймал. Прощаемся с ним. Для того, чтобы крупный голавль взял. Ну или, может быть, еще какая рыба. Только что взял. Солнце село у нас, ребят. Ловим потихоньку. Ну вот, ребят, отец тоже мелкую плотвичку поймал.
Рыбка размером не балует, короче, нас сегодня. Так что особо хвалиться нечем, но стараемся. Ребята, не видно, наверное, ничего. Но отец взял что-то. Вроде, говорит, покрупнее. Что-то ведет. Ушел, блядь. Ушел? А не. А вон он, вон он. О, головлишка. Плотва? Головль. Их фонаря нету, показать, как уже стемнело. Вот такой головль, грамм на 150, наверное. Приятно. Скоро сворачиваться будем, ребят, темнеет уже. Тренировочный процесс прошел успешно. Ну что, ребят, потемки у нас уже. В общем, собираемся домой, поднялись на овраг. Вот, теперь нам по полю лупить еще 3 километра. Здесь вот по дороге, ну и дальше наискосок. В общем, такая вот у нас тренировочная рыбалка сегодня получилась. Вот, блин, жаль, конечно, без машины сюда, пешком. Ну ничего, сейчас дойдем. В общем, что сказать, ловили мы, в принципе, на эти снасти фидеры, наверное, второй раз в жизни. Вот, до этого ловили на карповые донки. В основном мы, ну, с отцом поплавочники и спиннингисты. Вот, фидеры эти потихонечку осваиваем, тем более на такой реке сложной, как Дон. Вот, но уже наброски есть, наметки есть, уловчик тоже небольшой есть. Трофеев пока нету, ну, за исключением сомов. Ну, в принципе, сомов тоже поймали не мы. Андрюху поймал, Серегу поймал. Вот, лично я не смог. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, впереди много видео. Сейчас отец поднимется. Мы вот это вот все обмундирование соберем, ну и будем двигаться в нужном нам направлении. Всем спасибо, всем пока, до скорых встреч. И самое главное, друзья, ставьте лайки. Все-таки это трудовая рыбалка. Всем пока.